Для того, чтобы нарисовать на песке веселую обезьянку, для начала нам необходимо нанести песочную засыпку. Далее рисуем красивый ровный овал, который затем вырезаем на песке большим пальцем. Следующий этап – это голова. Точно так же рисуем овал, но уже слегка с измененной расширенной формой внизу. Таким образом, мы строим с вами общую форму туловища и головы обезьянки. Ушки стараемся нарисовать одинаковыми по размеру. Следующий этап – рисование деталей головы. Вначале наносим характерную всем обезьянкам верхушку. Для этого представьте, что вам нужно изобразить верхнюю часть сердечка. Глаза, брови и носик наносим указательным и большим пальчиками. Представьте, что вам нужно взять песочек в щепотку и им нарисовать все детали. И, конечно же, не забываем о бликах. Улыбку наносим таким же щепоточным приемом и выравниваем ее большим пальчиком. Очень быстро и легко большим пальцем рисуем нижние и верхние лапки. А давайте нарисуем нашу обезьянку, которая будет висеть на своем собственном хвосте. Внимательно смотрим и повторяем все движения моей руки. Кстати, а вы знаете, как будет обезьянка по-английски? Monkey. Запомните, как пишется и произносится это слово. Итак, наша забавная обезьянка готова!